Жизнь и быт первых золотарей Якутии ляжет в основу второго документального фильма съемочной группы «Ростелефильм». Для того, чтобы снять историческую ленту о золотодобыче творческой группе фильма «Иннокентий Сибиряков. Помогите мне, страшно богат», необходимо восстановить исторические кадры. Съемки начнутся в ближайшие 2 недели в 4 районах республики. Иннокентий Сибиряков – золотопромышленник, меценат, член Восточно-Сибирского отделения Русского географического общества. Он профинансировал масштабную экспедицию в Якутию. И там ему пришлось пройти испытания деньгами. Съемочная группа надеется, что найдет партнеров, которые помогут провести постановочные съемки о золотарях 17 века. Одним из главных результатов экспедиции стал словарь якутского языка под редакцией Пекарского. И мне кажется, мы не можем до конца сейчас понять результаты этого, значимость этого словаря, потому что мы пишем, мы мало говорим, но много пишем. СМС, всякие там письма, да. А словарь – это был первый печатное сохранение языка.